Раиль Шамсутдинов начал посещать лагерь мамадышского мадресе только в этом году. За 10 дней пребывания выучил несколько аятов из Корана, научился совершать намаз. Особенно юноше нравятся уроки турецкого языка и подвижные игры, которые проводятся после полуденного намаза. Ездили в лазертаг, очень понравилось. Еще ездили в баню, мы там купались, ходили в баню, кушали и рыбачили, и стреляли с оружия. Смена началась с 1 июня. Сюда с 9 утра до 3 дня приходят 25 мальчиков с 1 по 7 класс. Особое место занимают занятия по турецкому языку. Детей этому обучает преподаватель, знающий 6 языков. Изучив турецкий язык, мы можем понять другие языки, такие как казахский, азербайджанский, кыргызский, потому что мы тюркские братья. И турецкий язык, он меняет мировоззрение. То есть любой язык, если вы учите язык, он меняет наше мировоззрение. Вот. Дети у нас очень способные. И Хазрат меня попросил по воле Аллаха провести урок, посмотреть, на что они способны. Очень способные ребята. Воспитательно-образовательная программа построена так, чтобы дети могли обучиться не только азам религии, но и развить свои спортивные навыки. Также попробовать себя в разных профессиях. В ходе мастер-классов ребята побывали в роли пчеловода, работника МЧС и сварщика. Цель нашего вот этого лагеря – это очищение общества от разных социальных заболеваний, как наркомания, суицидальное настроение, также алкоголизм. Профилактика, да, вот этих социальных заболеваний. Мы должны вместе с этим бороться. В дальнейшем в течение лета такая же смена с дневным пребыванием будет организована и для девочек. А для детей из района организаторы планируют открыть смену и с ночным пребыванием. Фаузия Нургалимова, Ильнур Юнусов, Эльшихудинов. Новости Татарстана.